Уважаемые друзья рыболовы, всем крепкого здоровья. Сегодня по приглашению одного из зрителей своего канала, Ивана, приехал на рыбалочку. Рыбачить сегодня будем на реке. Надеюсь, что сегодня положим куней хороших. Так что рыбалка обещает быть очень интересной. В общем, пришел я на место, прошли мы по реке достаточно далеко, достаточно много. Парни нашли там уже местечко одно и полавливают окуньков. Я походил, побурил 500 метров вверх, 500 метров вниз. Рыбки что-то нигде не было. Ну вот сейчас вот пробурил луночку на том месте, где я летом рыбачил. Опустил камеру, и окунек тут есть. Сейчас буду доставать удочку и начинать рыбалить. Мормышечка у меня здесь вот такая вот, самодельная. Кивочек самодельный тоже. Леска 0,17 на всякий случай. Ну и сейчас будем начинать рыбалить. Нифига там. Вот окунек. Сразу клюнул. Хороший. Нашел я все-таки свою рыбку. О, есть кушарик некрупный. Это карась. Пойдет. Нормальный. Засандалился кунек.
на паузе взял. Подбил. Долго ли коротко ходили мы в поисках своих счастливых лунок, однако никакого результата это не принесло. Поэтому, чтобы не терять времени, на обратном пути я заехал на свое проверенное место. Ну вот, на обратном пути заехал, получается, на речку, на которой обычно рыбачу. И тут вот поклевывает окунек сегодня. Есть у меня настроение покушать. Так что дойдем до тех местечек, где водится хорошая рыбка, и попробуем еще вечерку отловить. Вот, есть как бы клев-то, как бы у рыбы есть, настроение покушать есть, просто ее надо найти. О, идет. Хороший кушок попал. Два попало. Ну, покрупнее чуть-чуть. Рожка. Решил я, в общем, прикормить луночку одну. Вот. Пустил шарик прикормки. Надеюсь, что сюда кто-нибудь придет. О,
ушок. Я его в камеру увидел. Вот он клюнул. Где есть, рак льет. О, ух ты, пойдет, вот это сорога попала, это батончик попал, классный какой, прям поупиралась зачетно, хорошая, вообще классная рыбка, пойдет, пойдет. Нашел я, в общем, бревно, лежит бревно посередине плеса. Вот такое здоровенное занесенное. И прямо за ним большое количество окуней. И вот они оттуда никуда не хотят выходить. И моя задача сейчас пробурить луночку правильно, чтобы попасть этим окуням прямо под нос. И вот тогда 100% мы их половим. В общем, забурил я одну луночку. Посмотрел туда камерой, попал туда практически куда надо, немного поснимал крупных окуней и потом зацепился мормышкой за какое-то препятствие донное и пришлось отцеплять мормышку. Ну и соответственно ту лунку я запечатал и там больше я не рыбачил, пробурил рядом. Есть, плавает. Надо пробовать. Есть, есть. Окушок стоит за препятствием, отдыхает. Угу. А вон еще один. Вот еще один. Тоже хороший. Так, ну ладно. Давайте пробовать. Вот он, вот он, пойдет, ух ты, пойдет, 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 ух, блин, я смотрел, там были окуни, клюет сорожняк, причем нормального размера такой, плотвень, а окуни-то что, где окуни, где толстые окуни? О, есть. Это, наверное, уже окунек. Да, окунек. Окунек. Хорошо. Попал под нос. Угу. Соблазнилась. Там первая была тоже хорошая. Ой-ой-ой. Вот это батон клюнул, ребята. На смену игры. Приплыла какая. Нифига себе. Вот это плотва. Батонище так батонище. Четко вообще огонь. Вот опять мне пошарик машинное масло зарешал. Как она клюнула красиво. Ой-ой-ой. Вообще
Самая крупная же сегодня сорожка. Таких еще сегодня не было. Батончики есть, но прям таких не было. Хорошая. Прям классно. Упиралась. Прям. Ой. Радость прям. Красота. Порыбачила я сегодня, в принципе, неплохо. Под конец попались такие достаточно хорошие для этой речки рыбки. Вот, ну, окунек один тоже попал. Нормальный такой. Всю рыбу я сегодня поймал на свою самодельную мормышку. Нимфошарик в новом цвете машинное масло. Должен сказать, что рыбалка была очень даже трудовая, потому что прошел достаточно большое количество километров. Пробурил очень много лунок. Затупил одну пару ножей. Въехал в камни. Но, в принципе, день прошел очень даже хорошо. Солнышко прям уже хорошо греет. Даже несмотря на то, что сейчас примерно минус 13-14 градусов мороза. Надеюсь, что эта рыбалка вам понравилась. Ну и увидимся с вами в следующих видео.